Мы сегодня тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения. По возможности окажем содействие и врачам. Мы идем навстречу. Ну и, конечно же, мы сегодня дали весь перечень наших возможностей, наших врачей, нашей техники, медицинское наше оборудование, наших защитных средств. И при необходимости Министерство здравоохранения может этим всем воспользоваться. Мы можем сегодня использовать санитарную авиацию, где оборудованы модули для перевозки с любой точки больных. Мы работаем давно с Министерством здравоохранения, практически ежедневно совершаем рейсы по перевозке донорских органов из других районов Минска. Поэтому эта система отлажена, и мы тесно взаимодействуем.